Я поехал дальше, чтобы вам показать это. Смотрите, как красиво, да? Как красиво. Да? А теперь мы поворачиваемся. Опа. Вы это видите? Какая красота. Пойдем спустимся ниже. Так. Не упадешь? Как-то он хило стоит. Все, пусть стоит. Ставим на скорость. Так, смотрите. В горах снег лежит. Вот водохранилище партизанское, как я и обещал вам показать. Какая красота. Вон Симферополь. Вот те квартирки. Какая у нас тут гора. Спускаемся, спускаемся. Сегодня жарко вообще. 1 апреля сегодня, товарищ. 2017 год. Вот, открылся обзор дальше нам, на те горы. Видите, да? Как посты идут. Один пост, второй, третий. Там вдали тоже горы есть. Водохранилище партизанское. И леса. Дремучие леса. Да, действительно, это все лес идет. Это все черный лес. Тупо лес. Сосны, дубы. Не вообще красота. Пойдемте дальше. Еще сейчас попытаюсь высохло, бедное. Вот наша речка. Мы туда спускаться не будем. Не сегодня. Речка Альма течет. Прямо с водохранилища, с вот этого, попадает в Черное море, в селе Песчаное Вилино. Можете проследить по карте. Вот она идет, у нас речушка. Что-то она здесь совсем тоненькая. Так, дальше. Воронки полетели, лес еще весь черный, и листья не распустил. Поля, сады, тут раньше были сады яблоневые, ничего не осталось, видите, часть пахали, часть лысые. Как-нибудь еще туда поедем, по той дороге, прокатимся. Все дальше. Там как-то мы не закатались. В общем, вот так вот. Все, поеду дальше кататься. Выше так красиво сниму. Все, поехал дальше.